9 марта в физкультурно-оздоровительном комплексе по инициативе отдела по делам молодежи и туризма прошел конкурс «А ну-ка, девушки», посвященный Международному женскому дню 8 марта. На спортивном мероприятии участие приняли 5 команд среднеспециальных учебных заведений и высшего учебного заведения города. В задачу участников входили испытания спортивного характера, творческие номера и оригинальность выступлений. Слово для приветствия и открытия конкурса было предоставлено первому заместителю главы администрации муниципального образования города Хасаюрт Бадыру Ахмедову. Сразу хочу поздравить наших девочек с праздником весны 8 марта. Пожелаю удачи организаторам этого конкурса. И пусть победит сильнейший. Главной целью мероприятия является повышение уровня физической, нравственной и духовной культуры, пропаганда здорового образа жизни, а также воспитание чувства сплоченности, взаимовыручки и творческого мышления. Оценивали выступления участников компетентные члены жюри: Айна Абдулазизова, заместитель директора Дворца культуры «Спартак», Багавдин Кунеев, главный специалист отдела по физической культуре и спорту, и другие. В общей сложности в сценарии выступлений вошли 9 конкурсов, как творческих, так и спортивных. Подобного рода мероприятия на территории города проводятся на систематическом уровне, дабы привлечь молодежь к занятию физической культурой, а также для развития творческих способностей и желания принимать активное участие в жизни города. По итогам конкурса первое место было присвоено филиалу Дагестанского государственного университета, второе место заняла команда педагогического колледжа. Бронзовыми призерами стали участники колледжа сферы услуг. Бурлия Цамбиева, Самат Гакаев, информационная программа «Пульс».